Представители Международного комитета Красного Креста в конце января и начале февраля навестили армянских сепаратистов, находящихся под стражей в Азербайджане. Об этом сообщила Илаха Гусейнова, руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Комитета Красного Креста, в ответ на запрос агентства «Репорт». По словам Гусейновой, с задержанными были проведены встречи один на один, а также созданы условия для общения с членами их семей. В соответствии со своим мандатом, во время таких посещений Международный комитет оценивает условия содержания и обращения с задержанными. Комитет также создает условия для восстановления или продолжения их контактов с семьями. Согласно процедурам комитета, наблюдения и рекомендации после визитов передаются и обсуждаются только с удерживающей стороной. Напомним, что сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана были задержаны и доставлены в Баку главари армянских сепаратистов в Карабахе, так называемые бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, а также председатель парламента Давид Ишханян, генерала Лёва Мнацаканян, Давид Манукян и госминистр квазиобразования Рубен Варданян.